Добрый день! Сегодня буду варить варенье, очень вкусное и полезное из кизила. Для приготовления этого варенья нам понадобится, конечно же, сам кизил, сахар, вода и хорошее настроение. Для начала нам надо будет сварить сироп. У меня здесь килограмм сахара, килограмм кизила и 150 мл воды. В кастрюлю с толстым дном высыпаем 1 килограмм сахара. Сюда же наливаем 150 мл воды и ставим на плиту. На маленьком огне растапливаем наш сахар. Сахар начнет таять, и наш сироп станет жидковатым. Сироп наш закипел. Даем ему прокипеть 5 минут. Сироп у нас сварился. Я его сняла с плиты. Вот такой вот у нас прозрачный получился. И отправляем сюда наши ягоды. Все перемешиваем, ягодки с сиропом, и оставляем на ночь. Накрываем крышечкой и оставляем на ночь, чтобы наши ягодки набрались сахар. Варенье у меня постояло ночь. Ягоды немножко натянулись сиропом. Сироп стал такой немножко розовый. Сейчас я вынимаю ягоды и буду кипятить сироп. Кипятить буду сироп 5 минут после закипания. Сироп наш закипел, уже кипит буквально 5 минут. Сейчас я всыпаю сюда наши ягоды. Ягоды я всыпала в сироп и провариваю буквально 5 минут. Вот сейчас оно постоит на огне, буквально у меня 5 минут. Я его снимаю и даю полностью остыть. Варенье у меня уже остыло. Сейчас включаю плиту и вместе с ягодами варю варенье. Даю закипеть и с момента закипания провариваю буквально 5 минут. И разливаю в горячие стерилизованные банки. Варенье у меня закипело. Провариваю его 5 минут, непрерывно помешивая, не отхожу никуда, чтобы у нас ягодки хорошо проварились. Варенье я разлила по банкам. Оно очень получилось вкусное, красивого цвета, сироп густой. Ягодки такие прям насыщенного цвета, прозрачные, хорошо натянулись с сахаром. Очень вкусное варенье. Постарались сохранить все витаминки. Рекомендую приготовить. Готовьте с удовольствием. Радуйте себя и своих близких. Будьте все здоровы. Запасайтесь витаминками. До новых встреч. До новых видео.